Programul conține plasare de produse. Партнер проекта «Вода Борсег». Привет всем, мы рады вас снова приветствовать. Сегодня в передаче мы подготовили много всего интересного. Скажу, что в дальнейшем вы увидите тест-драйв Renault Captur, голосование которого закрылось буквально недавно. А теперь давайте пригласим в студию нашего гостя. Это Антон Рогоза, один из участников группы Sunstroke Project. И посмотрим, как он проехал наш спецучасток и какое у него в результате время. Антон, привет! Добро пожаловать к нам в студию. Привет. Спасибо тебе, что ты согласился поучаствовать в нашем эксперименте. Я знаю, что тебе было интересно, потому что расскажу вам такую тайну. Антон на протяжении всей недели мне все звонил и спрашивал, какое все-таки у него время. Ну что, настал момент истины, когда мы тебе расскажем, но я все равно еще подержу тебя в неведении. И давай с тобой поговорим об автомобилях. С удовольствием. Ну вот, не буду разговаривать с тобой об твоей карьере, потому что это тебя спрашивают все. Об автомобилях, наверное, реже тебя спрашивают, поэтому буду я тем человеком, кто спросит. Скажи, пожалуйста, какие автомобили тебе нравятся? Я понимаю, что это такой обобщенный вопрос. Тяжелый вопрос, да. Ну, честно говоря, вот в последнее время мне очень сильно нравится Mazda. Новые движки SkyActiv, которые придумали японцы, просто великолепны. И я думаю, что... в принципе, весь мир считает, что они этот рынок автомобильный сейчас держат в таком сильном напряжении. Потому что технология действительно увеличила мощность автомобиля и уменьшила расход бензина в много-много раз. Так, чтобы я поняла, значит, для тебя важен двигатель, это динамика автомобиля. Да, да. Что ты... Для тебя, значит, важнее спорт или комфорт? Для меня, я не знаю, как сказать, мне просто по душе. Вот машина, она мне нравится. И я много читал про эту технологию, про движки, и я загорелся, сравнил с остальными машинами и понял, что вот Mazda мне очень сильно по душе. Я не хочу сказать, что мне важен комфорт сильно, мне больше как внешний вид автомобиля, он очень важен для меня. Допустим, мой автомобиль, у него внешность очень странная, их всего в нашей республике 8 штук. И в Кишиневе она, по-моему, 2 только продана была, и она выглядит необычно, странно. Расскажи всем, что у тебя за автомобиль? У меня экспериментальная марка. Я ради эксперимента купил машину Great Wall. Да. Great Wall Havalam 2. И купил не потому, что... Долго изучал название, запомнить его? Недолго. Я купил этот автомобиль только по одной причине. Я зашел, она мне понравилась внешне. Она выглядит очень странно, необычно и не такая, как у всех. Я сразу Она чем-то похожа на английские такси. Да, вот да, да. Такси кэб. Чем-то она напоминает. Тебе она нравится? Очень. Смотри, все-таки люди китайские автомобили не воспринимают. Они их побаиваются и сильно боятся этих автомобилей. Вот ты сколько лет водишь именно вот ее? Ее 3 года. Она 3 года уже у тебя? Да. 120 тысяч пробега. Отлично, значит, ты идеальный человек, кто может рассказать о китайских автомобилях. Как она себя ведет? Великолепно себя ведет машина. Есть куча недостатков, конечно же, но эти недостатки – соотношение цены и качества. А по качеству автомобиля скажу так, что он очень дешевый в обслуживании. А, и второе – то, что я на нем очень много проехал. По таким дорогам, по таким странам я всю Европу объездил, половину России именно на этом автомобиле. Ничего с ним абсолютно не происходит. Он себя чувствует великолепно, никаких поломок. Вообще не знаю, мне либо повезло случайно, либо на самом деле оно так и есть, что... Я, например, встречалась с автомобилями Brilliance, и я видела такие нюансы, как то, что в салоне практически все отваливается, буквально через 5000 километров. Ну, это Brilliance более ранней модели. Сейчас концерн Great Wall, они открыли завод в Болгарии. Знаю. Да, что и завод Болгарии – это завод, который находится на территории Евросоюза. Евросоюз, да. Поэтому нормы. Нормы стандартные, да. Стандартные Евросоюза. Евросоюз.
Хорошо, у тебя отваливается что-то в машине? Вообще ничего. У меня в машине, я говорю, мне повезло, это идеальный автомобиль. Ничего не отваливается, ездит великолепно, чувствую себя хорошо. Но не надо забывать о том, что движок там стоит от Хонды. Это же не китайцы его придумали. Как бы все комплектующие автомобиля собраны с разных фирм. Mazda, Honda. Такой конструктор Volkswagen. Lego. Да, конструктор Lego, который просто взяли и собрали в Китае. Не знаю, я то жаловаться не буду. То есть ты их не боишься? Нет, абсолютно. И после того, как она у тебя появилась? У меня за три года ни одной аварии ни разу не попадал. Хотя очень много езжу и в разных местах. Говорят, единственное, что в этих автомобилях плохое, это безопасность. Что если ты попадаешь в аварию, то да, возможно, что очень все может плохо закончиться. Но не было такого. Ну, как ты... нет. Какой ты водитель? Как ты едешь? Соблюдаешь ли ты скоростной режим? Пристегиваешься правду ли ты? Правду или нет? Давай правду. Нет, я всегда пристегиваюсь. Это первое правило, когда я сажусь в машину. Не дай боже. Все-таки ремень безопасности есть ремень. Я пару раз попадал с друзьями в аварию, и, слава богу, я был пристегнут, поэтому остался живой. Поэтому правило пристегиваться всегда. Что касается правил дорожного движения, буду честен, не всегда их соблюдаю, потому что в нашем городе, с учетом пробок и то, как, в принципе, ездят наши водители, соблюдать полностью правила дорожного движения бесполезно. А нарушаешь скоростной режим? Пока да, до 15 января еще нарушаю. Все-таки, Дим, я только об этом хотела тебя спросить. Что ты думаешь, что ты будешь делать тогда, когда у нас примут закон и включат эти камеры наблюдения, и когда начнут по-жесткому штрафовать? Напрягают ли тебя они? Будут, ты думаешь, напрягать? Я думаю, они будут напрягать всех людей, которые ездят и имеют автомобиль в нашей стране, но... Единственное, что хочу сказать, это очень хорошо с точки зрения безопасности, то, что может, будет меньше аварий. Начнут, да, соблюдать правила. Да, будут пропускать пешеходов, не будет, не знаю, останавливаться на стоп-линии, а не за пешеходным. Да, и не за перекрестком. Парковать, может быть, начнут где-нибудь не на перекрестке, не на пешеходном перекрестке, где поворот направо и прямо на пешеходном стоит автомобиль. Поэтому, думаю, это с одной стороны хорошо, с другой стороны очень сильно будет напрягать всех, потому что пока все не будут привыкнут. Ехать и думать, а, камера, а, надо сбросить скорость, а. Ну, пока не привыкнут, да. Знаешь как. Пока штрафы не заплатят. Да-да-да, пару раз. Антон, давайте теперь поговорим о нашем испытании. Как тебе автомобильчик, на котором ты проехался? Как тебе наш Hyundai? Великолепно, только есть одно, но я не люблю автомат. Для меня очень тяжело было, даже когда я ездил, мозгами переключиться на коробку автомата. Мне всегда хотелось дернуть ее. Надо скотчем привязать об руль, тогда руку, знаешь. Мне просто, я с детства, у меня папа гонщик, и в России он был когда-то чемпионом по гонкам. Они в Сибири когда жили, кольцевые гонки на заснеженных трассах, где вот надо дрифтовать, заносы, ездить. Это... Когда... Заносы, да. У меня папа был чемпионом. И он мне с детства всегда... Хорошая генетика. Да. Садил за руль меня, переключал скорости, нажимал педали. И вот так повелось, что я настолько привык к механике, что на автомате мне очень тяжело ездить. Как ты думаешь, как ты прошел наше испытание? Ну, давай так, не отвечай. Давай мы посмотрим сначала, как ты проехал. Ты, конечно, время не поймешь, но хотя бы вот какие-то предположения. Давай.
ты видел, как ты проехал. Кстати, меня что поразило, ты все-таки творческая личность. Но то, как ты отнесся к этому испытанию, у тебя было очень серьезное лицо. Да. Почему и сложно ли тебе было? Не то, что сложно, мне даже жена всегда меня ругает, когда мы едем куда-то вместе, когда я за рулем, со мной разговаривать практически бесполезно. У меня всегда серьезное лицо, я всегда сосредоточен на дороге, потому что если я не буду сосредоточен, неважно, чем это может кончиться. Поэтому всегда я очень серьезно отношусь к любому испытанию или езде на машине, даже в городе. Это очень похвально, что не отвлекаешься. Я стараюсь все делать аккуратно и без последствий. Как ты думаешь, какое твое время? Не знаю, я не знаю, какое время, мне очень интересно, но, по крайней мере, я могу сказать, что очень сильно, вот, в первую очередь меня тормозила коробка, потому что я приехал на механике, сел за автомат, это было очень тяжело для меня, а в остальном я не стремился за скоростью, я пытался проехать как можно более аккуратнее. Хорошо, мы в этом сезоне пригласили и Сержа, твоего коллегу, Степана мы не пригласили, потому что он не водитель, нам там намекали на то, даже что... Даже тоже прав нет, конечно, нормально. А, ну, что страшно. И Серж, в принципе, он говорил, что ты будешь лучше его. У него вот так. Ты думаешь, что лучше него? У него вот время 1:33. Я не знаю, я не буду утверждать. Хорошо, давай тогда я тебя открою турнирную табличку. Страшную тайну. Страшную тайну, да. Ты меня неделю мучил. Надо было начинать с 0-0. 0-0, тогда я уже бы обрадовался. Дальше. Есть троечка. Ялика проехал. Да. Вот. Вот такое у тебя время. Вот так. Это все потому, что он привык ездить на автомате. Понравилось ли тебе участвовать? Да. И интересно тебе. Сложно было для тебя испытание? Ну вот сами. Разворот в три маневра, восьмерочка и так далее. Абсолютно нет. Было легко. Я самоучка, водитель, поэтому... Антон, спасибо тебе, что ты согласился, за то, что ты поучаствовал. И последнее, какой совет ты можешь дать всем водителям нашего города? Ну, первое, всегда пристегиваться. А второе, чтобы люди были более вежливы друг к другу и не подрезали, не материли друг друга, всегда пропускали. Вот, я думаю, эти два нюанса самые важные для любого водителя в нашем городе. Спасибо тебе большое. Мы уже будем ждать, чтобы Степан получил права. И следующее состязание, я думаю, мы вас пригласим втроем и посмотрим, кто из вас лучше. И желательно на механике, пожалуйста. Хорошо. Спасибо тебе большое. Не за что. Вот такое время у Антона Рогоза. У него минута 35 секунд. Серж Яловицкий, его коллега, который водит не так давно, его обогнал. Так что вот так вот получается иногда. Теперь давайте поговорим о нашем тесте. В дальнейшем вы увидите репортаж про Renault Captur. Лично я могу сказать, что этот автомобиль мне очень сильно понравился и зацепил не только своим дизайном, но и своими характеристиками и, конечно, своей ценой. А какая это цена и что это за автомобиль, вы узнаете прямо сейчас. Новинка от французов. Новый Renault Captur завораживает своей яркой внешностью и немалыми габаритами. Он был разработан во Франции, а производится в Испании и продается в более 50 стран. Есть он и у нас. Но все же, что это за машина? Как говорят сами французы, Captur сочетает в себе прочность внедорожника, практичность и простор минивэна, а также динамику и управляемость семейного хэтчбэка. Дизайн автомобиля создан в той же тематике, что и остальные новинки от Renault. Благодаря плавным линиям массивная передняя часть автомобиля не лишена элегантности. Captur идет в ногу с тенденциями автопрома, и поэтому в дизайне, так же как и у других автопроизводителей, присутствует низкий наклон лобового стекла, в результате чего у автомобиля стремительный вид. Когда впервые видишь Captur, то создается впечатление, что он огромный. На самом деле он построен на базе Renault Clio. Тем не менее, его длина составляет 4120 мм, на 140 мм больше, чем Clio.
Каптур выглядит стильно и благодаря двухцветной схеме, создавая контраст между нижней и верхней частью автомобиля. Играя с окраской автомобиля, всегда можно будет подчеркнуть свою индивидуальность. А еще Renault предлагает различные виды абстракции, которые также могут быть нанесены на кузов. А вот благодаря дорожному просвету в 200 мм вам не составит никаких проблем залезть на бордюр или проехаться по бездорожью. Но не стоит забывать, что этот автомобиль идет только в переднем приводе. Зато задняя подвеска настроена таким образом, чтобы сохранить баланс между комфортом и управляемостью. Но об этом поговорим чуть позже. А теперь давайте взглянем на салон этого стиляги. По поводу салона, что я могу сказать? Мне здесь нравится. Здесь очень комфортно, есть куча всяких фишечек удобных, куча всяких прибамбасов, помимо старт-стопа, помимо того, что есть система экономии топлива, когда ты останавливаешься на светофоре в потоке, то она автоматически глушит двигатель, потом автоматически его заводит. Вот. Но если вы не встречались до Renault Captur с французами, вам будет тяжело привыкнуть с одной такой вот штучкой, это управление вот этим блоком. Мы все привыкли, что обычно эти все кнопки находятся вот здесь, на уровне руля. Я также привыкла. И, честно говоря, мне нужно было минут 10 вспомнить, что это не здесь. А как вы думаете, где? Ну, здесь понятно. А еще где? А вот здесь. То есть получается, что плюс звук это тут, здесь это минус у нас, здесь мы меняем радио. Вот эта штука, короче, отвечает за управление мультимедийной системой. Если честно, не очень удобно, поскольку тогда, когда ты за рулем, я себе этого не представляю, как это делать. Удивило то, что есть фотографии, правда, их не загружали сюда, но можно вот смотреть фотографии на экране. Качество мне нравится. Я вижу, что все автопроизводители сейчас больше клонят вот к таким панелькам глянцевым. Честно, смотрится очень красиво. Но опять же, вернемся к нашему разговору. То, что всегда здесь будут пальцы. Ну, тогда держите тряпочку. Кстати, тряпочку можно подержать здесь, потому что очень много всяких бардачков. Один тут. А здесь есть такой бардачок. Я сдал продюсера и скажу, как его он назвал. Он сказал, что это ящичек для белья. В принципе, размеры отличненькие. Ну что, примерно вот такая она в салоне. Большой домик. Вообще, в данном автомобиле куча отсеков, где можно все разместить. В интерьере не меньше возможностей сделать машину индивидуальнее, чем снаружи. На выбор предлагаются 6 интересных цветовых комбинаций, варианты текстильной обивки и все такое. А вот главная фишка в салоне – это Zip Collection. Это возможность заказать легкосъемные чехлы для сидения на молнии, которые нетрудно снять для того, чтобы простирнуть, либо поменять в случае, если надоели. По нам так очень интересное решение. В салоне кроссовера производители полагают, что места достаточно для 5 человек. Наше мнение, что комфортно будут себя чувствовать только 4. От минивэнов Renault позаимствовал достаточно большой для такого класса багажник и модульный интерьер. При сложенном состоянии заднего ряда можно разместить 1235 литров. Каптур доступен в 3 комплектациях – Life, Intense и Zen. И насколько навороченным будет автомобиль, зависит только от покупателя. А также покупатель имеет возможность заказать Каптур с 3 разными силовыми агрегатами – бензиновый Energy TSE 90 и Energy TSE 120, а также дизельный Energy DCI 90. Если бензиновые двигатели можно заказать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, то дизельный пока что можно взять только в механике. Для теста мы взяли именно дизельный Каптур. Работает этот турбодизель на удивление мягко и малошумно, не говоря уже об экономии топлива – настоящий двигатель для семейного бюджета. Несмотря на высокий клиренс, похвально то, как он держит дорогу и насколько живо управляется. Разумеется, это в случае, если не переходить границу допустимого и не вести себя за рулем, как за рулем спорткара. Вообще машина на дороге ведет себя отлично и вполне предсказуемо, так скажем, без сюрпризов. Просто отличное семейное транспортное средство. А как же он пройдет наш тест? Дизельный двигатель с мощностью в 90 лошадиные силы, по официальным данным, должен разогнаться до 100 км в час за 13,1 секунду. Так ли это? Так, хочется сказать, что с появлением данного автомобиля на рынке конкурентам в лице Nissan Жук и Opel Mokka стоит начать переживать, ведь Каптур по многим параметрам их может обойти. Итак, оценка нашей редакции – 9 баллов. А
как оценит этот автомобиль наша фокус-группа, вы узнаете прямо сейчас. Вот такой вот на этот раз цветной автомобиль. Не подходим, пока мы не скажем, кто это. Я что сказала? Это Клио, это галимый Клио, какой-то Каптур. Мало того, что неузнаваемый, так они... Так это название какое-то. Ну это на базе Клио. Что написал? Единственный автомобиль, вот смотри, как мы под капкан. Ты что написал? Да, очень молодежный, ничего не написал. Какой-то Каптур. Теперь, пожалуйста, смотрим ее и оцениваем. Данный автомобиль, не забываем, мы не сравниваем ее с другими автомобилями. Да, Энчик, можно это... нажать на кнопочку? Бесключевой доступ. Да, Key Let's Go. Она молодежная машина, выглядит такой. Ой, какая красивая такой... подсветка. Да, да, классно. Это что такое, чехольчик? Да, чехольчик. Кстати, очень практично стирать. Они отстегиваются. Да, на молнии. Это отстегнул, постирал. Вот, да, супер. Вот он, смотри. Это чехлы получаются. Да. Вы видите, что очень похожа мультимедийная система? Она не похожа на одно и то же. Да, LG-шная. Запаска снизу, да. Она есть. А, еще ниже? Да, вот она. Бублик, да, все, да, так, да, а здесь, да, двойной. Здесь багажник, кстати, очень такой вместительный тоже. Да, если он двойной, вы убрать двойной дно, то почему нет? Он довольно-таки маленький. Да, полезно. Цвет классный машины, цвет, да. Очень такой электрический. Это что, для тебя узнаваемый автомобиль? Машина итальянского. Не знаю, я забыла про тебя. Да, но смотри, а ты открываешь, что это надо ноги деть. Нет, я написала, что это Рено. Оно прикольно, но я не модель. Тут же написано марка. Она дизайнерская машинка. Она такая современная для молодого человека, стильного. Или девочки. Девочки тоже очень даже. Да, да, она именно молодежная в своем. Удобное место, места достаточно для маленькой машинки. Внешне она выделяется, да. Хочу сказать, она такая индивидуальная. Машинка ее, есть, да, есть, ее что-то похоже. Я просто не видела раньше эту модель, а вообще узнать ее вот так, если по городу уже можно. Материал, отсюда и цена. Она скрипит либо уже, да, либо через тысячу. Но опять же, если есть вариант, допустим, как опционарий, что человек может, допустим, взять себе не такую торпеду, а, я знаю, там, другого качества, там, в коже обшита, вот как руль, например, то почему нет? Багажник очень хороший, трансформируется заднее сиденье, меняет положение, а внешний вид, конечно, вообще супер. Машина 100% будет узнаваемая, 100%. Фокус-группа закончила оценивать данный автомобиль, а какая у него оценка, мы узнаем прямо сейчас. Итак, наша фокус-группа оценила данный автомобиль в 6,97. Средняя цена получилась дешевле от заявленной. Однако стоит отметить, что стартовая цена данного автомобиля начинается от 11 300 евро. Далее следует оценка редакции, и мы даем этому автомобилю 9 баллов. Интернет-голосование завершилось на отметке 6,4. В результате Renault Captur 2013 года по версии программы четверть мили перезагрузка набирает 7,46.
На этом все. Вы сегодня увидели в передаче, как проехал наш автополигон Антон Рогоза, участник группы Sunstroke Project, а также узнали поближе автомобиль Renault Captur. А сейчас, сразу после завершения нашей передачи, на нашей официальной страничке на Фейсбуке стартует голосование следующего автомобиля. И опять я вам не скажу, что это за автомобиль, а заходите на страничку, и вы все узнаете. И, конечно, не забывайте голосовать, комментировать, потому что каждый ваш голос имеет значение. Ну что, увидимся ровно через неделю. Пока-пока!